Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному, создав мя, Господи, и помилуй мя. Без числа я согрешил, Господи, помилуй, прости мя грешного. Ангел вопияше благодать нечистая, Дева, радуйся, и паки реку радуйся, Твой Сын воскресе, три дневе над гроба, и мертвые воздвигнув, вы, люди, веселитеся. Светися, светися, Новый Иерусалим, и слава Богосподня на тебе воссия. Ликуй ныне, веселися, Сионе, ты же чистая красуся, Богородице, о восстании Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскреси из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, силу честного и животворящего креста, и святаго ангела моего хранителя, и всех ради святых, помилуй, спаси мя, яко благ и человеколюбец. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному, создав имя, Господи, и помилуй мя. Без числа я согрешил, Господи, помилуй, прости мя грешного. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Боже, очисти мя грешного, яко николи же благо сотворих пред тобою, но избавь мя от лукавого, и да будет во мне воля твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойные, восхвалю имя твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, 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 еси Боже Богородицею, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрайся на воздвиг меси, Господи, умы просвети и сердце, и усне мое отверзи. Во еже петь Тебя, Святая Троица, свят, 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 еси Боже Богородицею, помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и кайгожды деяния обнажатся,
но страхом зовем в полунощи. Свят, 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 еси Боже Богородицею, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси с обеззакониями моими. Но человеколюбство еси обычное в нечаянии лежащего воздвиг мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные я, отверзи мои уста поучать всесловесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и петьте во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Псалом 55, псалом Давида. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня. Нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня. Ибо много восстающих на меня, о Всевышний, когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои, все помышления мои их обо мне на зло собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздеяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы, у Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя. Не в книге ли они Твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его. В Боге восхвалю Слово Его. В Господе восхвалю Слово Его. На Бога уповаюсь, не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе, Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез, да и ноги мои от преткновений, чтобы я ходил пред лицом Твоим во свете живых. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня. Посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов. Я лежу среди дышащих пламени, среди сынов человеческих, у которых зубы, копии стрелы, у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес Божий, и над всей землей это будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла. Выкопали передо мной яму, и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтырь гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес Божий, и над всею землею да будет слава Твоя.
Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь, яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного заклинания Божия. Сокруши зубы их, устах их. Разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая. Когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные, да исчезнут, как распускающиеся улитки. Да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежие, и обгоревшие да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит общение, омоет стопы своих крови нечестивого, и скажет человек: подлинно есть плод праведнику. Итак, есть Бог, судящий на земле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. От сна восстав, полуночную песнь приношу те спаси, и припадай вопиюти, не дашь мне уснуть во греховной смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в ленности ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне начнем восьями день безгрешен, Христе Божий, спаси мя. К тебе, владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в Царство Твое вечное. Ты бы си мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, владыка всяческих творче, сподобня истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже силы всякие плоти, вышних живые, на смиренное презирая, сердца же утробы испытуй, сокровенный человека в яве предведай, безначальный пресносущный свете, у него же несть применение, или приложение осенения, сам бессмертный царю прими моление наше, я же в настоящее время, на множество твоих щедрот дерзающие, от скверных тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дней единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший, обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радости божественный чертог славой госавнидим, где же празднущий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бы еси истинный свет, просвещая, освещая всяческое, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь.
Святые ангели, предстоя окаяние моей души и страсти моей жизни, не оставь меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое. Не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесия, укрепи бедствующую худую мою руку и наставь меня на путь спасения. Есть святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаянной моей души и тела, вся мне прости, или комитя оскорбих во все дни живота моего, и аще, что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяку Господу, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверные, лукавые, хульные помышления от окаянного моего сердца, от помраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих. Яко нищ есть мне окаянен, и избавь меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Александр, Галина, Нина, Ростислав, Александр, Алексей, Анастасия, Антоний, Виктор, Владимир, Гарик, Геннадий, Наталья, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Игнатий, Ирина, Петр, Леонид, Лилия, Людмила, Марина, Марина, Андрей, Михаил, Надежда, Наталья, Наум, Николай, Нина, Александр, Рахиль, Руслан, Михаил, Илья. Яко с усердно к вам прибегаем, скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительство. Тропарь мученицы Пелагии, Тарсийской, глаз четвертый. Агнеца Твоя, Иисусе, Пелагия, завет велием гласом, Тебе, женише мой, люблю, и Тебе, ищуши, страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, я когда царствую в Тебе и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную прими меня с любовью, пожершуюся Тебе, тая молитвами, яко милостив, спаси души наши. Ангел вопияши благодать нечистая, Дева, радуйся. И паки реку радуйся, твой сын воскресе, тридневен над гроба, и мертвые воздвигну вы, люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалим, и слава Богосподня на тебе воссия. Ликуй ныне, веселися, Сионе, ты же чистая красуся, Богородице, о восстании Рождества твоего. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. Аминь. Господи, благослови отца нашего духовного Игнатия Тихоновича и отца Иакима, всех братьев Барнаульской и Потеряевских общин и нашего интернет-содружества, отца Наума, отца Алексия. Господи, не дай дьяволу кого похитить из руки Твоей.
даруй каждому рождение свыше и водительство Духом Твоим Святым. Хвала Тебе! Господи, мы молим Тебя, благослови найти работу по сердцу Твоему Роману и Николаю, Елене, Михаилу, Александру Любви, утвердиться в этой стране. Мы благодарим Тебя, Господи, что благословил издать книги Нового Завета, проповеди в стихах и к истинному православию. Благослови также издать проповеди во свете Святой Библии и для Слова Божия не туз. Благослови трудящихся и предохрани от ошибок. Молим Тебя, Господи, о наших болящих, нуждающихся в Твоей помощи и поддержке, Антоне, Злату, Петра, Надежду, Сергия и других. Укрепи избранного брата нашего Петра от нападок священства и козни лукавого. Путешествующих благослови, часто путешествующую Галину и других. Сохрани, Господи. Виталия и Елену благослови на новой работе. Не дай погибнуть и смешаться с миром Аврааму, Сергию, Никите и другим. Господи, благослови врагов наших. Даруй покаяние Антонию. Мы молим Тебя, Господи, о наших близких, неверующих, маловерующих или в ересе пребывающих. Коснись их сердец. Владислава, Ильяса, Еву, Михаила, Максима, Елизавету, Юлию, Александра Невзорова, Артема, Виктора, Павла, Лии, Софии, Ксении, Елены, Ольги, Григория, Надежды, Людмилы, Николая, Самиры, Василия, Марии, Алексея, Максима, Ксении, Виталии, Ирины, Галины, Резиды, Розы, Владимира, Игоря, Вячеслава, Олега, Анатолия, Юрия, Татьяны, Юрия, Андрея, Михаила, Александра, Алексея, Галины, Юрия, Георгия, Ларисы, Ильи, Михаила, Арсения, Ирину, Анастасию и других. Изгони всякого духа злобы, если угодно тебе, это будет им на пользу. Из Рустика, Александра, Романа, Андрея, Игоря, Максима, Владислава, Владимира, Ирины, Егора. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш милосердный Бог Иегова, Авва Отче, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава Вышней Богу и на земле мир, в человеках благоволение, тайное и явное, в уме, в помышлении, во дни и в ночи, во все дни жизни, великие и малые грехи мои прости. И соблазн, который я падал ими, где я падал и вставал. Господи, но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасении. Слава Тебе! Это помощь Духа Твоего Святого и молитва святых. Хвала Тебе! Аллилуйя! Благодарю Тебя, Боже, за день, в который даровал мне веру Твою святую, страх Божий и ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне Твою святую Библию, и указал на толкование святых отцов и каноны соборов, как на истину. Аллилуйя! И в вечности воздай милости Твоей всем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее в Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя, покроем оформ любви от всего, что не славит Господа. Господи, воздай милостью всем, кто помог нам совершить миссионерские путешествия и посеянное нами даст стабильные и добрые плоды, и благослови помогавших нам. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешным. Добрый мой ангел, благодарю тебя. Столько лет ты защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. И смертный час не покинь, и на мытарствах страшных и непонятных проведи душу мою. И введи в Царствие Небесное навеки. Господи, благослови народ Твой еврейский, дабы они приняли Сына Твоего, Иисуса Христа, как истинного Мессию и Спасителя. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности и быть благочестивым и довольным, довольствоваться питаниями и одеждой, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономными, помогать нуждающимся, искать прежде всего Царство Божие и правды Его, и не бояться начальствующих правителей грозных, не участвовать в бесплотных делах тьмы, но и обличать,
и устоять в верности Богу. Господи, услышь наши молитвы и тех, кто молится о нас. Коснись сердец патриархов, митрополитов, епископов, священников и диаконов. Иакима, Наума, Константина, Владимира, Виталия, Сергия, Феоктиста, Диодора, Иоанна, Кирилла, тех, кто является служителями Твоими, Господи Боже наш. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Да примет Господь молитву Твою о нас и живности нашей, через которую Господь облегчает пребывание наше на этой юдоле печали земле. Святые пророки Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи Авраам, Исаак, Яков, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафоний, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил и отроки, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за Святую Библию, за дивных пророков, которые, движимые Духом Святым, изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим Святым Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы престола Божию предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховные Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Умягчи сердца правителей государств и народов. Даруй нам, Господи, священника, рожденного свыше, и благовестника, и определи нашу участь, как Тебе угодно. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Юстин Философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в Слове Твоем, чтобы и малые дети верили искренно в Тебя. В гонениях и в искушениях не допусти до принятия антихристовых начертаний, начало ли правую руку, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Господи, благослови призванных на фронт изъятых из семей Евгения, Алексия, Никиту, Максима, Александра, Александра, Дмитрия с подчиненными и других. Даруем духовное рождение, чтобы они были там, как светильники Твои на подсвечнике, как город на вершине горы, чтобы они не стали убийцами и помнили всегда Твое грозное предупреждение. Откровение, 13 глава, 10 стих. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Пощади детей Твоих, томящихся в вузах, тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах. Упокой, Господи, души усопших в обителях небесных, отец и братьев наших, родителей, сродников, благодетелей, Галину, Капитолину, Геннадия, Татьяну, Серафиму, Ольгу, Нянилу, отца Игнатия, Алексия, Сергия Парализованного, Иоанна, Якова, Александра, Тихона, Марию и всех православных христиан. Ибо нет человека на земле, который, живя, не согрешил. Простим все согрешения, вольные и невольные, и душам нашим полезное сотвори. Аллилуйя! Святые учителя Церкви Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий Египетский, Макарий Александрийский, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, Иероним Стридонский и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии. Да укрепит и сохранит нас Господь, святой православной вере, а замыслы еретиков, сектантов разрушь, в ничто преврати и развей. Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина,
Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Матерь София, Наталья и Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Иустина. Молите Бога о нас. Даруй, Господи, женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от поруганий, нападений, насилия недобрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, утешь пострадавших от наводнения, не оставь их без крова. Боже, милостив, буди мне грешному, создав меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих на небе и на земле. Ты сотворил этот мир и сохраняешь его, как зиждитель. Ты Бог, знающий все прежде бытия. Прими молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий Отец наш Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего, Единородного Иисуса Христа, за нас, грешных, услыши и исполни наши молитвы во всех заповедавших нам молиться о них. Господи, мы взываем и о незаповедавших, положи на сердце помни, что примирение с Тобой возможно только при жизни, ибо за гробом нет покаяния, приемлемого Тобой. Говори, Господи, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святи всех Христос, благодарю за совместную молитву. Благословенного всем дня. Христос воскресе. Воистину воскресе. Игнатий Тихонович на связи, у кого есть вопросы, задавайте. Александр, мир вам, отец. С миром. Вопрос такого характера. Значит, от Иакова послание, 4 глава, 4 стих. Там вот два слова, повторяется, слово «прелюбодеи» и «прелюбодейцы». То есть, вроде как в одном годе, как вот, понимать, два таких сразу. Прелюбодеи и измена после того, как сошлись. Блуд, когда не женатый, творит тот же самый грех. А любодейство называется то и другое. Понятно. Все? Да, все. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Аллилуйя. Так, никого больше нет, отхожу. Игнатий Тихонович, мир вам. С миром. Можно вопрос такой, как на него ответить? Вопрос о ветхозаветных праведниках. Их Христос после воскресения вывел в рай. Там среди них же были, ну, вот участвующие в войнах, да, благословенные Господом. И вот новозаветные праведники, они оказываются по воле Божией там же? Или это нам не открыто, мы не знаем это? Я даже ничего не пойму невнятно здесь. Ну, кто-нибудь, переведите. Сейчас, ну, давайте я погромче вот попробую сказать. Ветхозаветные праведники, они же участвовали, могли участвовать вот в войнах, да, которые Господь благословил. И Христос их вывел после своего воскресения, они в раю теперь? Вот как ответить на такой вопрос? Никак не ответить. Иоанн Златоуст говорит так: о чем Библия молчит, о том не рассуждаем. Мы не знаем об этом. Закрыл-то. То есть они умерли, вернулись на кладбище и умерли. Ясно. Вот тело с собой там или что, не знаем. Тела остались на месте, тела не воскресшие были, на время только, пока явились. А душа... Можем только предполагать, что они на небе. Но утверждать не можем. Мы благодарим вас. Аллилуйя. Спаси Христос. Слава Христу. Аминь, спаси Христос. Благодарю. С Богом отхожу. Воистину воскресе. Храни вас Господь. Воистину воскресе.
Воистину воскрес. Христос воскрес. Аминь, спаси Христос. Воистину воскрес. Воистину воскрес Христос. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Аминь, спаси Христос. Аминь. Воистину воскресе. Аминь.